Сейчас забавный бой был. Сейчас покажу. Обычно по классике развития. Ничего особенного. Пытаюсь по центру что-то сажать. О, все столпились вокруг коняшки, потому что пешка дефает коня, а ферзь херачит моего коня. Он на линии стоит. Поэтому он думает, что здесь меня прожмет. Пытается что-то сделать. Ничего у него там не выходит. Размен. Я поедаю пешек. Просто нещадно. Что-то как плохой ход показывает. Тоже плохой ход показывает. Коня, кстати, забрал. Смотрите, как элегантно. Вот всегда отслеживайте, что можно, если фигура незащищенная стоит, то можно шахом просто подставиться и забрать ее. Тут он начинает пытаться что-то сделать. Кстати, теряет второго коня, смотрите, просто по опять. Конями не умеет играть, второго коня ставит. Вот я уже начинаю его пушить. Вот здесь освобождаю, видите, чтобы слоном его бахнуть, но он замечает, отступает. Вот, пытаюсь его согнать, чтобы конем пойти вилку сделать на короля и на ладью. Но опять неудачно. Тут вообще, смотрите, какую-то херню творит. У него время уже заканчивается, он психует. Вот, он съедает, я съедаю. То есть, видимо, он не заметил ферзя моего. То есть, думал, что здесь ничего не схвачено. А так-то вообще, даже если бы он... Ну, то есть, я мог еще ладьей пойти защититься, я мог... слоном пойти защититься, то есть у меня тут было преимущественное положение. Вот шах ставлю, вот здесь делаю, подготавливаю под шах, он отступает обратно, уходит как бы с линии огня, но дурачок уходит под вилку, и на этом моменте он сдается. Вот так вот, вот так вот. Не умеет человек играть конями, и от коня он получил, конечно, звездюлей.